Кроме того, к этому можно только добавить то, что каждый персонаж этого режима, я бы сказал, фигурант, полностью соответствует этому определению. А мы с вами, ведь в этом большая вина нас с вами здесь. Ведь мы с вами голосуем за что? Не за идею, не за программу. Мы голосуем за блестящие глянцевые буклеты и за вранье, которое постоянно, поминутно вешается нам на уши. 1000 часов в сутки. Вот обработка мозгов. Что нужно сделать для спасения Родины? Я напомню вам один из лозунгов Парижской коммуны.